Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вова Плей. Сегодня я хочу вам показать свой новый дом, свой порт, который я построил, свой замок, свои национальные американские горки. И потом я хотел вам показать вообще пруд, вообще причал и домик, и два домика жителей. Ну что ж, поехали в игру! Я хочу вам показать свой дом и так далее. Начнем мы отсюда. Это у нас очень удобный порт и причал еще. Вот, смотрите, вот тут у нас житель. Это так, пропуск, пропуском, который надо вот это грузовик тут. У нас вот тут у нас два контейнера. Вот тут, смотрите, вот это вот кран, который очень берет контейнеры. Тут место для рыбака. Это очень вот такая вот. Это небольшая территория, где можно порыбачить, плыть рыбки. Потом, мы тут идет, в общем-то, есть коралл. Давайте мы залетим сюда. И вот смотрите, тут есть контейнер, потому что кирпичи разные. Вот тут также два жителя. Один, в общем-то, капитан, а другой помощник капитана. Вот видите, в очках. А это сам капитан. Вот эти ребята. Так, затем надо вылезти отсюда. Так, дальше. У нас идет парк аттракционов. Вот, смотрите, тут даже некоторые очень катаются. Так, давайте заходим. И что еще? Мы, в общем-то, берем вагонетку. Вот вагонетку. Такая вагонетку обратно. Стой, вагонетку. Давай еще вот так. Нажимаем на кнопку и поехали. Ну, правда, очень медленно, надо очень-то куда-то еще жить, чтобы пошел. Нажимаем на кнопку и поехали. Юпи! Вообще, ой, сейчас точно... Ого! Сейчас, братик, прими! Ааа! Вот это страшно! Сейчас будет взяли! Ой! Вот, друзья, вот такие вот у меня американские горки. Потом, у меня есть, в общем-то, лошадка, в общем-то, вот лошадь в алмазной броне и железный голем, и ее охранник специально. Так, ребята, так. Потом, дом, смотри, вот у меня прихожая, стоит тут Эндерсон Брук, вот такой, такой декоративный, потом, в общем-то, в гостиной, вот, с диваном таким, с таким телевизором. Потом в кухне, в общем-то, с тремя бочками, двумя печками и верстаком. Потом лестница на второй этаж, вот такая вот картина. На тут есть балкончик этого блока. Потом здесь, в общем-то, вот комната с детьми, время тут есть. Также вот такой шкафчик и вот так замаскирован проигрыватель. Вот. А еще самое последнее, это спальная комната. Вот с картиной, где сидит в базе скелет. Друзья, вы любите скелеты. И так что тут может еще куча всего повесить. Вот такой дом. А также тут есть выход на задний двор. Смотрите. Вот с бассейном, с двумя трамплинами. Даже с балконом, вот что-то вот нет. Смотрите, вот этот трамплин, смотрите. Я хочу прыгнуть. Да, блин, ладно. Нафиг с ним. А если вот так? Да, извините, тут есть даже подсветка, морской маяк. Смотрите, тут есть лежаки, можно вот так вот лечь, позагорать. А также смотрите, от этого дома что вот такая вот тропинка, которая идет отсюда. Да, прямо в озеро. Вот озеро тут с рыбками и морскими маяками. Потом из этого озера маршрут идет вот в эти два домика жителей. В общем-то. Да, ну правда тут. Пусть их только построил. Там же вообще-то есть небольшой столик, где они могут поболтать. Ну, правда, жители сейчас куда-то ушли. Я не знаю куда. Так. И также. Ага, вот один. Вон там один житель и. Вот тут есть одна пещерка. Вот смотрите, вот это очень водопад. Ну вот смотрите, вот такую горку построил. Смотрите. Постойте, как надо. Тут походу есть какая-то ошибка. Так, давайте вот что. Так, и разлить. Вот. Так, я исправил ошибку. Так, ну вот так. Угу. И вон туда, так. Друзья, я исправил ошибку, извиняюсь, так.
И вот так, смотрите, летите. Вот, а потом, смотрите, будут подсветить свет, и я буду так побежать. Это тоже можно вот так сделать. А также тут еще, да, деревья, можно выехать прямо же в деревню жителей. Вот, друзья, вот первый житель, а второй, я не знаю, куда-то скрылся, походу. Смотрите, даже же после отеруска от моего дома есть еще одна тропинка, да, где мы вот сюда переходим, вот сюда через вот такой вот крутой мост. Смотрите, мы попадаем в замок, вот. Так, вот так, ну, он пустой, правда. Ну ничего, это я для друзей хочу. Вот смотрите, тут даже есть люки, вот смотрите, какая новая мода. Ну тут можно вот так сесть на пристань и вообще воевать, если у вас моды есть. Ну так. Так. Давайте спускаемся по нормальному, я сказал, спускаемся. Так, ага. Смотрите, тут кнопки не на стенах, а на полу. Ну, смотрите, тут есть даже небольшой причал, тут 6, то есть 7 лодок. Вот смотрите, и тут есть рыбу, я уже тут поймал 3 рыбы, да, тут можно рыбачить. Также же есть такая вот пещерка, я хочу вам кое-что показать, друзья. Но это только вам, я потом установлю. И нам надо взять алмазную руду. Так, руда алмазная, чтобы замаскировать. Друзья, смотрите, вы так идете. О, алмазы! Вот тут есть, смотрите, тут вообще куча. Ну, смотрите, что тут за этой кучкой скрывается. Вот, смотрите. Вот, блин. И вот, у меня тут потайная кладовая. Ну, тут, правда, все сумки пустые. Тут я могу уже я бы что-то заполнить. Так, из-за места камня надо поставить, из-за места блостика нам тут нужен камень. Вот так скрываем дверь, надо вот так. Нет, вот так вот как было, ага. Так, ага, вот так, вот так, и вот так. Ну что, вот. Все, я замаскировал. Вот тут, друзья, у меня есть вот такой проход. Так, а тебе надо убрать факела. Сейчас убрать факела. Все, а теперь надо еще вот. Так, еще нельзя, так, все. Ага, вот, друзья, вот. Так, ну, друзья, вот, так, в общем-то, я, в общем-то, сделал, в общем-то, вот, тут, ну, есть полянки, на которых можно еще тоже построить домики. Ну, друзья, вот, это, но мы это будем делать в следующей серии. Ну, что ж, друзья, вот так, хорошо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И, кстати, вы заметили, что тут есть воды? Это тут можно что-то сделать, грядку, только 5 блоков. А потому что вот тут, в общем-то, вот смотрите, вот так вот можно сесть и перекусить. Вот так, друзья. Ну, домики маленькие, правда, ну, уютные. Смотрите, вот сюда кровать, печку, верстак и сундук. Ну, правда, очень удобно. Ну что ж, друзья, на этом все. Все, ну-ка. Нет-то, я уже нормально поиграл. Вот, друзья, вот так прошел мой ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я хочу также пригласить друзей, если вы имеете Майнкрафт сетевую игру. И, конечно же, если вы это имеете, то подключайтесь и играйте вместе со мной. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!